Извините, может, вы на русском говорите, а? Да? Или о латышской колбе? Да. Ведь юс, гальма юсу поклался? Юс винителя, тип, ну, не винителя, лабой мажей, кас, тип, атидзей посижюри, ка чинай родо. Кип юс вертинате, ка я чо даро? Протестуя ir tiek, ar ne? O kaip vertin... Na, kaip galima vertinti? Gerai. O gerai, o jie čia nai ko nori, jūsų nuomonė? Tikriausiai demokratijos nori. Tikriausiai demokratijos, ar ne? O jiems ką, jos trūksta? Stovi va čia nai su plakatais, vėliavą musikuoja? Tai visi žino, kad trūksta. Visur trūksta, ar ne? Ne, sakau, visi žino, kad trūksta Baltarusijai. Tikrai? Mums irgi trūksta Baltarusijos demokratijos. Labiausiai trūksta mums Baltarusijos demokratijos. Ar ne? Ar mums netrūksta? O kaip manote, jie čia nai Baltarusiją atstovauja, ar jie atstovauja mažą dalį tų, kas nori valdžią nuversti? Baltarusija. Мило. И девушка, так сказала, ну, я к ней пристал, чтобы спросить, так как она одна из немногих прохожих, который так внимательно посмотрел, и прекрасно, прекрасно, я вижу одного прекрасного человека, с которым я обязательно пообщаюсь. Так, эта девушка сказала, что она думает, что люди здесь за демократию, им не хватает белорусской демократии, и, наверное, хорошо, что они здесь стоят. А вот теперь я вижу товарища Кувшинова, с которым я обязательно пообщаюсь. Здравствуйте, товарищ. Помните меня? Да. Да. Александр Кувшинов? Да. Ну и как вам здесь? Как вы приехали? Спокойно? Со всей семьей? Я не хочу, да. А чего вы не хотите? Вы размещаете мои данные личные публично. Да? Да, давайте вызывайте полицию. Вот, товарищи, смотрите, это второе лицо компании «Гуртом», которая смагается в Литве. А в Беларуси он работает с большими данными. А в Беларуси он большой человек. Второе лицо конечно, компании. Конечно, не то, что я. И этот человек спокойно вот приезжает в Литву, чтобы посмагаться. Вот здесь расставляет этих подставок живых. И спокойно, спокойно, вот, со всей семьей приезжая, да, никаких проблем не видят. Вот этот тот самый айтишник, замученный кровавым режимом, которому трудно жить под кровавой пятой, да. Который так бедный, замученный, что в новогоднюю ночь рыскает, выискивая адреса для него неугодных, чтобы потом передавать их. Почему ты боишься свое лицо показывать, Александр Кувшинов? Я тебе говорю, от тебя воняет просто, поэтому я не хочу с тобой общаться. Отойди на расстояние. Не маску надень. Сами надень маску? Так я все не подхожу, а от тебя воняет, черт говорю. Ну, так вот это двинься, чтобы если, воняло. Если тебя воняет, чисти свои зубы, Александр Кувшинов. Нет, воняет же от тебя, когда... Нет, Александр Кувшинов, это ты у нас БШБшный активист, посмотрите. Да, я активист, а воняет от тебя. Да, 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 сюда, да, да, ну не надо, то есть сказать, свои болезни на других перебрасывать. Смотри, ты вообще так сейчас ходишь, а все счастливый сайт, и от тебя воняет. Конечно, 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 Александр Кувшинов, а конечно. Вот, друзья мои, это замученный режимом второе лицо компании «Гуртом», исполнительный директор. Как ты там, Виаком руководишь, да, отделом? Да? Это компания, которая следит за третью транспорта в СНГ. Треть коммерческого транспорта в СНГ использует. Ты можешь еще даже подзаработать. Использует их. Можешь подзаработать, не только от КГБ будешь получать бабло. И использует. Ссылочку, главное активную ссылку ставь. На кого? Ну, ты рекламу делаешь, тогда ссылку, я говорю.
Да. А вот какой-то он, так сказать, несмелый, какой-то он такой вот, как сказать вам, зажатый. Спряча свое лицо почему-то. А чего ты спряча свое лицо? Да. Да, вижу, человек со своими детьми приехал. Наверное, жена, и жену где-то здесь поставил стоять в этой шеренге. Да. Вот, вот интересный человек. В Республике Беларусь работает и платит налоги для кровавого режима, да? А здесь в Литве приезжает в Литву и измагается за свободу и демократию. Очень интересно, как ему позволяет еще быть директором такого важного, важного предприятия. И можно даже сказать, ну, с чуткими данными работать. Или он, его КГБ взяло за шкирку, да, и он, ему прямо поставили, теперь ты будешь предводитель этого змагатского протеста, будешь там внедряться. И он это выполняет. Или он настолько так очумелый, настолько так себя чувствует свободно и вольготно, что думает, что он вообще-то не под зуб, не так правоохранительным органам Республики Беларусь, он вообще, так сказать. Да, но вот стеснительный. Так, пытается прятаться под за картинками. Да. Ну, как видите, дорогие мои друзья, здесь элитное общество собралось. Да. Norwegian Trolls. Ну как, нельзя бить айтишников? Он, ему уже представляет свою компанию на всяких корпоративах. Да. Так. Это, наверное, его родные. А ты со всей семьей приехал, Александр? Я же тебе говорю, воняет от целоврюка. Если тебя, от тебя воняет, ну, мозги прочищи свои. Просто. Некрасиво так обзываться. Ну, если тебя воняет, я же не обзываюсь, я говорю, просто полечи, может у тебя гастрит или там что-то застряло. Полечись, зон себе вставь куда-нибудь. Какой находчивый и, ну, не просто так человек стал этим вторым лицом компании Гуртом. Умный, наверное. Вот такой умный. Здравствуйте. А вы с Александром Кувшиновым вместе, да? Или нет? Я на акции. Вы на акции. Хорошо. Прекрасно. Может, вы хотите что-нибудь сказать зрителям? Вам? Можете вам и мне сказать. Показать. И покажите, пожалуйста. Но только вы в честном месте нельзя какого-то что-то ругательного показывать. Я показала, понимаете? А но. Как бы я вам показала? А, я понял. Вы мама Александра Кувшинова. Мало ли, что вы поняли. Прекрасно, прекрасно. А почему ваш сынуля так нехорошо себя ведет? Почему он, так сказать, нарушает литовские законы? Вот, Александр Кувшинов начал маму ставить на место. Правильно. Ну, как вся жена ставит, ты же какой-то там. Ну, что? Она повела тебя, и ты побежал, да? Да, конечно. Да, конечно, повела, такой, побежал. Конечно. Да, ну, расскажи про меня то, что я не знаю. Нет, это ж все знают. Это ж ты же данные про меня собираешь. Конечно, так ты. Бедненький. Ну, такие, но. Которые любят доминирование, такие, как ты. Это прикольно, ну, конечно. Ну. Ну, давай. Вот представляете, этот человек, подчинением под которого... Сколько у тебя подчиненных? Ну, прямо скажи, человек сколько? Ты руководишь. Ты там второе лицо в компании, в которой почти 300 этих работает 300 человек. Да? По твоим началам сколько людей? Ну, не 15 же, если ты там второе лицо.
Представляешь? Ой. Прекрасно. Да. Задумали. Но сколько по твоим началам людей в компании гуртом? Нет. Александр какой-то такой стеснительный. Не может сказать, сколько под его началом людей. Но вот этот человек, так сказать, спустился до моего уровня, смилился, да, и пошел меня искать. Прекрасно. Вот истинный, так сказать, идейный змогар. Ой, да. А здесь в этом временем прошли танцы. Нет, танцы не прошли. Танцы дальше идут. Да, как видите, зрителей полным-полно. А танцы специально для Белсата. Да. Ну, конечно, по крайней мере, так не замерзнете. Да. А ты не только маму, но и жену привез, да? Часто в Литву ездишь? Или только позмогаться? А может, ты уже релокант? Может, ты перемещаешься? Будешь здесь у нас жить, работать? Налоги в литовский бюджет платить? Расскажи, Александр, чего стесняешься? Я просто сказал, но это воняет, чувак. Поэтому отойди подальше. Ну сами это иди, бедненький ты. Ну так я отхожу, ты ж подходишь. Видишь? Ну конечно. Мне все равно воняет, понимаешь? Конечно, воняет. Дорогой мой, это, конечно. Как с собой только интервью делают, не знаю, через стекло, может? Я тоже не знаю. Вот. Человеку даже воняет. Так он меня боится, так он не хочет со мной общаться. Что аж завоняло. Ой, у него даже фирменный рюкзак гуртом. Посмотрите, человек весь в бренде. Да, явно пошел здесь обосновываться. Ну, я думаю, что рано или поздно Беларусь как-то сократит его поле деятельности и возможности на родине. Им еще здесь 20 минут стоять и на морозке. Так. О. Нет, друзья мои, вам еще 19 минут. Почему вы сворачиваете? Все уже. Так, ну вот видите, айтишники скачут сюда, приходят сюда спокойно в Литву, думаю, они не посудные там в Беларуси. О, спасибо, меня не забыли, друзья мои, я получил своего Путинаса во множестве этих ипостасей. Вот за это я точно благодарен организаторам, организатору. Можешь только... Но... Давайте, пусть ветер снесет это все. Это все пусть ветер снесет и поломает. Так, белсатовский дед свои картинки отоснял. Так, литовская публика на все это посмотрела. Ага, Белофокс вижу. Да, народный посол. О, здравствуйте. Этот замерзший. Извините, а вы вице-спикер народного посольства? Как? Вынужден отказаться в комментарии. Почему? Почему же? А как я... Как мне связаться, как мне получить интервью от народного посольства? Так или иначе, вынужден вам отказать. Боже мой. Вот, друзья мои, вице-спикер опять весь заморозевший.
Ну, попробуем, давайте хотя бы с белой фокс пообщаться. Да. Ага, Александр Кувшинов. Вот я говорю, интересно, приезжает сюда в Литву человек, руководящий серьезной компанией, для того, чтобы постоять здесь, позмагаться. Прекрасно, прекрасно. Так, ну давайте, что здесь еще? Так, дискотека, а сейчас дискотека. Так, друзья мои. Так. Это вот Янка Партизанка и Белофокс. Да. Ну,